Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Овсянникова. Я рассказываю просто, доступно и легко о здоровье. И сегодня очень интересная тема. Я слышу часто, мне задают вопросы о том, что же такое сода, можно ли ее пить, насколько можно, какая у нее, там, какой у нее показатель щелочной, насколько это полезно вообще, да? Вот. Я просто решила с этим разобраться и провела опыт. Скажем так, если подробнее, то сравнила свойства соды и свойства коралловой воды, известной под маркой Coral Mine, да, и получила очень интересные результаты. Давайте посмотрим. Этот опыт, и как вы видите, факты – это факты. Подведем итог. Все-таки, как вы заметили, Coral Mine, коралловая вода, она делает жидкость, в нашем случае воду, делает ее отрицательно заряженной, то есть это живая вода. Она делает слабый щелочной показатель, тот, который нужен нашим внутренним средам крови, лимфы, слюни и так далее. В том числе, как вы увидели, коралловая вода, коралловый кальций работает как шикарный сорбент, забирая на себя все примеси. Видео это йод, на самом деле хлор он тоже впитывает. И что, наверное, не менее важно, сода это не органический минерал, а Coral Mine это органический минерал. Друзья, если вас заинтересовала эта информация, вы можете подробнее узнать по ссылке под этим видео, пройдите, посмотрите и узнайте. Вот. А я вам желаю выбирать лучшие продукты для себя и поэтому быть очень здоровыми и счастливыми людьми.